Сегодня значимая дата для всех, кто верит в волшебство. 4 декабря отмечается день, когда нужно заказывать подарки и отправлять письма Деду Морозу. Мы решили спросить у кировчан, чтобы они попросили у главного новогоднего волшебника. Здоровья и мира, потому чтобы наши внуки росли в хорошем мирном небе. Новый телефон. Красивого города Кирова. А, пожалуй, наверное, и ничего и не надо. Все есть. Мужу квадроцикл. Цветы от внуков. Автомобиль? Любой. Бесплатно любую. Квартиру. Да, наверное, нет такого какого-то основного подарка. Любому будем рады. Я хочу телевизор. Самое лучшее, самое желанное – это всегда то, что нельзя потрогать.